воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Америком Лапортом. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. Команда задействует лишь одного чистого форварда. И ему нужно будет успевать действовать по всему фронту атаки. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Вряд ли найдется любитель футбола, который ни разу в жизни не слышал песни «You'll Never Walk Alone» в исполнении болельщиков Ливерпуля. Изначально она была написана для мюзикла «Карусель» в далеком 45-м году, а знаменитой стала после того, как ее перевернули. Это не Битлз. Потом и фанаты подхватили, причем не только фанаты Ливерпуля. Эту песню можно услышать на трибунах и в Дортмунде, и в Глазго, и в Голландии. Джордан Хендерсон. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Жуан Канцел. Отдает он передачу. Не смог защитник как следует мяч вы. Джордан Хендерсон. Хороший пас. Верхом вперед. Не торопится входить в штрафную, хотят все идеально разыграть. Сложно придется, и нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Вряд ли найдется любитель футбола, который ни разу в жизни не слышал песни «You'll Never Walk Alone» в исполнении болельщиков Ливерпуля. Изначально она была написана для мюзикла «Карусель» в далеком 45-м году, а знаменитой стала после того, как ее перевернули. Это не Битлз. Фанаты подхватили, причем не только фанаты Ливерпуля. Эту песню можно услышать на трибунах и в Дортмунде, и в Глазго, и в Голландии. Джордан Хендерсон. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Жуан Канцел. Отдает он передачу. Не смог защитник как следует мяч вы. Джордан Хендерсон. Верхом вперед. Не торопится входить в штрафную, хотят все идеально разыграть. Сложно придется, и нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Вряд ли найдется любитель футбола, который ни разу в жизни не слышал песни «You'll Never Walk Alone» в исполнении болельщиков Ливерпуля. Изначально она была написана для мюзикла «Карусель» в далеком 45-м году, а знаменитой стала после того, как ее перевернули. Это не Битлз. Фанаты подхватили, причем не только фанаты Ливерпуля. Эту песню можно услышать на трибунах и в Дортмунде, и в Глазго, и в Голландии. Джордан Хендерсон. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Жуан Канцел. Отдает он передачу. Не смог защитник как следует мяч вы. Джордан Хендерсон. Верхом вперед. Не торопится входить в штрафную, хотят все идеально разыграть.